прошла неделя. Снова возвращаемся в аквапарк, посмотреть, как там прибыл ли народ. Хотели снять же мы все изнутри, как это происходит. Прям, скажем, изнутри трубы. Едем уже с семьей, естественно. Да, аквапарк называется Атлантида. Я, по-моему, в прошлый раз так не сказал. В общем, много, конечно, я в прошлый раз что не сказал. Вот они, наши турникеты. Подъезжаем к ним. Как они, подчинили, не? Что, у вас турникеты уже работают? В курсе, да? Так. Билетик. Вау, заработало. Ну вот. Не прошло и месяца. Вы в курсе, да, как ехать? Да, да, я знаю. Ну как вы, на третий лучше? Садка на третий, где удобно. Хорошо, спасибо. Давай. Указ, народа нет, как и прежде. Цены не изменились. Ну можно вас, да? Нет. Здравствуйте, это Полина. Давайте с ней познакомим. Это менеджер здесь. Подготовили нам специально входные два билета. Видно, да, отсюда? Для того, чтобы мы для вас отсняли еще видео, уже когда здесь народ собрался. Есть же сегодня народ, да? Я слышу, кричат люди, визжат. Отлично. Спасибо вам, Полина. Пойдем снимать дальше. Ну вот, нам выдали вот такие вот датчики на руку. Теперь надо что, коснуться и проходить. Ё-моё. Как в Европе прям. Спасибо. Значит, вы, объясню на примере любой, да, принцип действия. Обратите, пожалуйста. Значит, камер много. Когда вы определились, какая ячейка будет ваша, вы оставляете вещи, плотно прикрываете, придержали и приложили ваш браслет. Значит, механизм сработает, ячейка закроется. Точно так же приложили, ячейка открылась. Если в процессе отдыха вы забыли номер вашего шкафа, не страшно. Обратите внимание на стену, панель зеленого цвета, белый кругляшок. Вы подойдете, прикладываете ваш браслет, и на экране высветится номер вашего шкафа. Вообще замечательно, очень замечательно. Итак, раздевалки справа, слева, душевые и санузлы. Мужские, женские. То есть все. А я так надеялся, что тоже совместно. Ну как вам, девчонки, нравится тут, скажите? Да. Ну как, эта горка нормальная? Нормально. Стоит прокатиться? О, вообще класс. А вообще, как вам весь этот... Бомба. Да? Холодильник, холодильник, холодильник. А это у нас как раз для лягушат. Ты что, прям стрелять можешь из нее? Давай. Поворачивай. 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 О. Отлично. Так, а наш где лягушонок ползает? Вон он. Знать будет, что, ребята. Да, что же. Кстати, меня какая-то девушка спрашивала про навесик. Вот здесь прям совсем рядышком с детским бассейном. Вот такой навесик.
Виды, конечно, замечательные в этой кафешке. Да и народ, как видите, много. Можете нам показать, чем народ кормят? Салат, сырный капуста, винегрет. Винегрете. Тут что? Первые блюда. Куриный бульон. Чё-то не наваристый, по-моему. Нет, наваристый. Вот, вот. Борщ. Борщец наваристый, да. Суп овощной, но не строго. Ой, с цветной капустой, прям как я люблю. А это кто? Картофель фри, улыбка. Овощное рагу, картофель айдахо. Ну, пельмени уже. Пельмени, я думал, все расхватали. Ну что, а теперь, наверное, полезем туда, в трубы, в аттракционы. Давай, давай. Взял с собой бокс. Вот так? Ноги вот так надо скрестить. Руки так? Очень плохо себя чувствую. Вот это да! Очень сильное ощущение. Пока не доедете, ноги не сжимайте. Хорошо. Ну как вам ощущения? Мокро. Моя грудь. Я пошла. Да,
Что-то уже и не страшно совсем. Правда, темно, конечно. Так, детская горочка. Давай, братец, счастливо! Я сейчас должен попасть буду вот в эту дырку. Опять промахнулся. Еще заход. Каждые первые 15 минут вот на этом мини-море Атлантида начинается настоящая волна. Сколько там время, девушка? У вас есть часы? Да, есть. Сколько? Час, одну секунду. Час, одна секунду. Значит, волна... А, вот-вот-вот, как раз начинается волна. Ничего себе. Я просто достал камеру из бокса, боюсь, как меня не захлестнула волна. Ну и, конечно же, бдительная охрана. Бдительная охрана следит, чтобы никто в волнах не утонул. У вас шторм сегодня, да, скажите, пожалуйста? Нормально, никто еще не утонул. Все нормально. Спасали уже кого-нибудь? А где ваш круг? Где ваш круг? А как у спасателя Малибу, почему он не на вас? Мы плаваем. Только в плаве. Понятно, отлично. Нашел здесь красивую девочку одну, не мог не поснимать. Девушка, не прячьте свои глазки. Уходим мы отсюда. Довольно. Уже временно 7 час. Надо убежать. Довольно? Тебе понравилось? Да, мне очень понравился аквапарк. Здесь все предусмотрено для детей и для отдыха взрослых. Да, действительно, везде дорожки. На колясочке можно проехать. То есть смело могу Анюту отправить сюда на весь день. А сам работать, конечно, работать. Трудиться. Не буду все нахваливать. Не люблю нахваливать. Приходите, сами увидите. Купались, накатались. Вам понравилось? Спасибо большое. Нам очень понравилось, да. Приходите к нам еще. Игорек, боюсь тебя снимать. Хорошо. Ну и возможно, здесь следующий приход скидочными сертификатами, да, подарочными. Вот те, да, которые мы подарили, да, на скидку. 400 рублей. 400 рублей с каждого билета? С каждого билета. Ирина, такого не может быть. Только у нас. Это только нам или вы всем даете, скажите? Всем гостям.
Вот это подарки. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Даня. Ну, такого мы вообще не ожидали. 400 рублей с билета. Ань, поехали срочно, Баскин Робертс. Деньги прокатяшивать.